Добрый день. Я врач стоматолог клиники Сатори, Мельников Алексей Сергеевич. Предлагаю сегодня тему для разговора «Местная анестезия в стоматологии». Страх многих людей перед посещением кабинета стоматолога был побежден за последние несколько десятилетий. Появились анестетики, позволяющие безболезненно проводить различные стоматологические процедуры. Во второй половине 20 века произошло активное развитие как препаратов для местной анестезии, так и шприцов для выполнения инъекций. Выделяют 5 поколений анестетиков. Первые 4 – это кокаин, новокаин, лидокаин и прилокаин. В настоящее время они почти не применяются. Обезболивающими препаратами 5-го поколения считаются этидокаин и артикаин. Именно эти безопасные и эффективные средства используются в современной практике. Еще с начала 20 века было открыто, что добавление адреналина увеличивает силу и длительность действия анестезии. Анестетики первых 4 поколений выпускались в ампулах и вводились при помощи одноразовых инъекционных шприцов. Ампула скрывалась, и раствор анестетика вручную набирался в шприц. Кроме того, отдельно добавлялся адреналин. Это было неудобно в применении. И нужно понимать, что чем меньше проводилось лишних манипуляций, тем выше итоговая стерильность при инъекции. Анестетики последнего 5-го поколения выпускаются в карпулах. В них изначально в разных концентрациях присутствует адреналин. На смену одноразовых инъекционных шприцов пришли карпульные шприцы. Иглы и карпулы являются одноразовыми, а сам шприц стерилизуется после каждого пациента. Согласно документу СанПин от 28 января 2021 года, рекомендуется использовать одноразовые карпульные шприцы. Основной причиной являются периодические травмы медперсонала иглами при разборе шприца после приема. Мы соответствуем последним требованиям, и в нашем арсенале присутствуют одноразовые карпульные шприцы. Многим пациентам также нравится, что их набор для анестезии полностью одноразовый. Современная анестезия позволяет быстро и безболезненно решать все проблемы с зубами. Приходите к нам на консультацию, будем рады вас видеть.